Когда вы поедете на Пномкулен или в Бантейсрей, будете проезжать большое количество деревушек, в которых делают пальмовый сахар. Я не буду сейчас про этот процесс рассказывать, просто так вот удачно получилось. Как и на ложке его наворачивает. В общем, не бойтесь слова пальмовый, в этом нет ничего страшного, то есть обычный пальмовый сок. Вот такая баночка сахара стоит $1. Что может быть вкуснее? Хватит надолго. Помимо сахара делают разную бухашку. Самое вкусное из пальмовых бухашек это вот такая вот джая. Все остальное непонятно. Посуда. В общем, клево. Пока.